Привет-привет! Вы на канале Lucky Family TV. И мы сегодня идем делать, вот, брать березовый сок. Сейчас бабушка возьмет банку, а я пока покажу, что я делал, пока мы были там. Я играю с муравьями. А где муравьи? Да, муравьи, они где-то... Эй, вылазьте! О, муравьи! Так я тут против них войну делаю так. Один муравей. Мы сейчас направляемся в лес, он там. И мы сейчас, и там банка, и сейчас мы направимся туда. А вот это мой любимый кот. Чернышка. Чернышка. Чернышка, у тебя чешется головка? О, чешется. Все, больше не чешется. Теперь мы идем к нашему соседу Дмитрию Васильевичу. Идем. А вот это, друзья, бешеный пес. Ужас. Все, уходим. А кто пробовал березовый сок, ставьте лайк. Вот, ребята, какие тут березы. Какие. А вы знаете, друзья, что всего лишь в одной березе, когда мы в прошлый раз заходили, был сок, а все остальные без сока. Все, идем. Что это за весюльки? Пишите в комментариях. Мы проверим, правильно вы написали или нет. Сейчас я одну сору себе. А то вдруг вы... О, класс! Все, покажи поближе. Вот, смотрите, одну сорвал. Сережечку какая-то. Все, идем. Я сейчас... Вот там уже сок. Видите, там две бутылки? Там, наверное, уже набежал сок. Пошли. Мы идем. Сейчас мы будем пить сок. Вот сколько. А там совсем мало. Много. Да, сейчас подождем Дмитрия Васильевича. А как его, покажи нам, как его с березки. А что? Как его доставать? Его, ну это не хочу. Через трубочку, да? Ну да, ну это страшно. Я подожду Дмитрия Васильевича. А теперь мы будем березовый сок пить. А вот это Дмитрий Васильевич. Ну, он смеется. Сейчас, когда я выпью сок, он вам поближе покажется. Так, ждем. Фух, брызгает, скажи. Я не хочу пахнуть березовым соком. Нет, ну-ка, не надо. Ну, попробуй. Он такой холодный, ну ладно. Ну, чуть-чуть, такой... один глоточек. Один глоточек. Ну, давай. Ну, как? Ну, вкусно, как совсем вода. Да-да. Вы знаете, что он совсем как вода. Вот, белый. Не пей так сильно. Горло. Вкусняшка. Держи. А подождите, это наш сосед. Он пока бабки наливает. Покажитесь. Ну, я нравилась, и я сейчас еще одну добавку мне дадят. Фух, а он не холодный? Ну, холодный, но зато как, ну, как наша вода. И он мы вкусный? Его... Вкусный, и мы возьмем его домой, будем пить, кроме компотов и чаев. Скажи, сейчас будем ждать. Вода. А теперь я сейчас буду добавку, вторая добавка, сок. Только не пей так сильно. Это холодно. Нямка. Сейчас мы другую пересъели. Она почти не течет. Да, где? Что-то... Ничего, а, ничего, да. Хорошо, она течет. Течет. А у нас еще даже тут есть сок. И тут, и там. Еще тут. Вот это сок. Мы уже набрали сока. Будем идти домой и пить березовый сок. Мы пошли. Всем пока-пока.